Витископ. Уже после завоевания чемпионского титула было очевидно, что ключевыми задачами менеджмента Сан-Антонио является удержание текущего состава и переподписание своих звезд. С этой задачей уже в самом начале открытия трансферного рынка Арси Бьюфорд справился на отлично. Остался в команде Данкан, остался Джинобили, и это уже огромный плюс. Естественно, остался Попович, и были подписаны за адекватные деньги Борис Диало и Петти Милс. И что мы видим? Мы видим, что состав у этой команды полностью сформирован. Все лидеры подписаны на адекватные деньги. У всех практически через год заканчиваются контракты. То есть, если даже через год Данкан и Джинобили решат завершать карьеры, а скорее всего, к моему большому сожалению, это произойдет, то у команды будут большие маневры на рынке свободных агентов. У них из состава всего 3 человека имеют контракты на сезон 15-16. Это Леннард, это Джозеф и это Тиаго Сплиттер. К этим 3 баскетболистам, я уверен, добавится Тони Паркер. И у менеджмента Сан-Антонио будут маневры на рынке, чтобы сформировать снова сильный коллектив. Витископ. Спортивное видео.